Стоп. Перед тем, как посмотреть видео, подпишись, пожалуйста, на мой инстаграм. thisisdennis03. Лучший инстаграм в мире. Правда, подписчиков пока мало, но думаю, вы можете это исправить. Ссылочка будет в описании. И всем привет, дорогие друзья, с вами Крыгон. И сегодня мы будем играть в футбол страйк. Давайте начнем. Штрафные удары. Поехали. Как ударить, знаете? Текс. Первый удар я просрал. Ну же. Да ладно. Ты что, серьезно, братишка? Это вы? Опа. На вот хрена с два. Отдавайте-ка. Блин. Да ладно. Нет, это никуда не катит. Не забьешь. Плохо. Вратарь, ты куда? О боже. Нет, пожалуйста. И... Yes. Я не знаю, почему у меня вратарь высоко прыгнул в тот момент. Давайте вот так в нем. Да ладно. Ну что это такое-то, блин? Давайте сейчас найду нового соперника, уйду, значит, на паузу сейчас. Реванш. Выйду сейчас на одного соперника и вернусь к вам. Нашли, значит, нового соперника, вот мы продолжаем. Текс. Вот так. Вау. Бэмс. На. Вот это гол. Ну и слава богу. Так он уже и так проиграл. Все так вот просто. Изи. До свидания просто. Пока, братишка. Или ты захочешь еще раз? Что у нас по сумкам? Так. Открыть. 48. Изи. Открываем сумочку. Мне кажется, здесь монеты. Оу. Это не Джабулани? Но я его буду использовать. Монеты. 5 баксов. И... это такой, не надо мне тут. Так, давайте еще. Сейчас вернусь. Значит, продолжаем мы. О, ничего себе, как он полетел. А у нас тем временем Джабулани. А у него... у него я не знаю, что за мяч. Это было красиво. Получаю ответку. Чисто сразу. Сейчас можешь так? Ой, вратарь, ну как так? До свидания просто. Такие не тащатся. Если не его вратаря. Ну, значит, так мы заговорили, да? Ну все, до свидания. Ой. Обидка. Я что сейчас? Если я сейчас не забываю... да, понятно. Попробуй. Если я сейчас не забиваю, то я проиграл. Нет! Хорошо. Вратарь, куда ты полетел? Пожалуйста. Да, блин. Ладно. Совсем справим. Ищи нового соперника, и я вернусь. Соперник нашелся. Так. Давай. Что ты можешь? Я понял. С первых же секунд мне забивают. Я ответочку забью.
Рыбкой полетел, блин. Да ладно. Ну сейчас-то я должен забивать. Это что, проигрыш? Если мне забивает... Все, я проиграл. Да, удивительно. Как ты это делаешь? Что за читы? Давай реванш, мразь. О! Видно сразу, красавчик. Молодец, не крыса. Это же бывает, да блин. Я должен тащить, мне сейчас как на силу ударим. Опа, на. Все, больше не сработало, по-моему. Ладно. Да не вверх, вратарь. Ну да так тупой какой-то сегодня. Видимо, не выспался еще. Мне это уже не нравится. Ну хотя бы это взял. Сейчас решаю сегодня. Еще не решаешь, но я его забил. Да ладно. Решающий удар. Я его отбил. Давай. Да как? Что это за читы? Чисто он прямо в мяч прыгает. Да не, это бред какой-то. А сука, откроешь, нет? Без проблем, вообще, бабки не проблема. Ну и зачем он мне? Вот это я возьму. Так. Ничего себе ты модник. Так, а что если слабо пробить понизу? Да, отлично. Ой, хорош. Но это нужно забивать. Да ладно. Хорош вратарь. Да ладно. Чуть не пролетел. Но это нужно закладывать. И почти. Что это за... И он сейчас забивает. Удачи, братан. Все. Прощай. По сути, если он не забивает, он проигрывает. Все, он проиграл. Капец, что мы за косые, а? Давайте последнюю игру сыграем. Штрафные удары. У нас сумочка новая. И реванш, я даже играть с тобой не буду. 18. У меня бабок мало. Баксов нету. Вот бы за монеты вот эти были. Чекайте сейчас. 9 положу. Ну, это правда не 9, но это в угол. У него простой мяч. Ну все, это нужно в угол ложить. Ой-ой-ой, а вот это плохо. Не, братан, ты так не забьешь. Так нужно в ближний ложить. Ты ни одного гола не забьешь. Так. Вот так. Это было изи. Я даже поддамся. А там просто раз. Ну ладно. Ой-ой-ой, я сейчас не поддавался. Хорош. Ты молодец, парень, но ты уже проиграл. Прости. Прости, братан. Все. До свидания. И это была последняя игра. Последний матч. Штрафные удары. С вами был вот этот бородатый мужик. Джабулани. И я, Карбон. Всем удачи и всем пока.